Новый фильм о Самаре ставит акцент на одной из самых ярких достопримечательностей города – это набережная. Творческая группа решила назвать его «Самара. Волга-пляж». Известный самарский кинодокументалист Борис Кожин представляет картину широкой публике. По инициативе администрации Ленинского района мероприятие, приуроченное к году российского кино, прошло в районной организации инвалидов. Главное событие – просмотр фильма о Самарской набережной. Есть отдельный город, отдельное государство, отдельное совершенно, со своей неписанной, но строго исполняющейся конституцией. Это пляж Самары. Кино надо смотреть. Посмотрите, может быть, вы станете чуть-чуть другим, а самое главное, еще больше будете любить эту удивительную страну под названием Самара. Любить Самару – главное, чему надо учить новое поколение горожан, так считают в организации. Потому фильмы патриотического направления должны стать культурным достоянием города. Их надо снимать больше, чтобы в таких картинах расставлять акценты на малоизвестных, а порой и неприметных сторонах его жизни. Ну, мы же все патриоты своего города, мы свою Самару любим, бережем. Мы готовы все сделать для того, чтобы поддержать, развиваться нашему городу. Поэтому говорить о том, что чем больше людей увидит этот фильм, тем лучше. И сегодня для представителей организации подготовлен еще один сюрприз. Наиболее заслуженным из них вручен почетный знак Куйбышев «Запасная столица». Награды вручили житель Ленинского района, ректор Национального исследовательского университета Евгений Шахматов и замглавы районной администрации Наталья Хорошева. Все-таки большинство членов организации инвалидов – представители старшего поколения и внесли весомый вклад в развитие города. Олег Зверев, Сергей Баскин. События.